А купить нужную запчасть на AliExpress мне помогает Beckett, в прошлом EPN. Расширение для всех браузеров. Переходим по ссылке, и мы уже экономим. Проверяем в расширении, активирован ли у нас кэшбэк. Если нет, нажимаем на кнопку активации. Выбираем нужную нам деталь и смотрим динамику цен. Переходите, ссылочка в описании. Ребятки, думал так просто разобрать, но давайте еще раз вам покажу, как менять головку. Сам процесс, это сам процесс, и ну как бы запуска не будет. Ну, запуск будет, но не для вас. Просто покажу еще раз, как нужно, что нужно менять. Это у нас наш основной, который нам нужно поднять. Самое аккуратное действие, да, без опыта, повторюсь, лучше не лезть, лучше использовать перчатки, особенно на первых порах, пока учитесь. С бодуна тоже не лазьте. Вот это вот неудобно, шляпа снимается. Да, не забываем проверять, приклеилась ли тут резиночка, осталась ли резиночка. В принципе, здесь получается мне головка эта не нужна. Поэтому как-то так. Так, подождите, я, по-моему. Да. Я немножечко затупил. Покажу, в чем затупил. Можно вот этот винтик не выкручивать. Он как раз будет нам держать магнитик на месте при установке головки. Ну, это мелочи, все бывает. Не, ну конечно, найдутся люди, кто начнут сразу кричать, кукарекать. А ты ни хрена не мастер. Не мастер. Мастера ничего не забывают. Да, напомню, что сейчас понедельник. Время после празднования проводков. Субботу, воскресенье. В субботу, кстати, намучился сильно на кладбище. Красил оградки, ну такое убирал, ну вы меня, наверное, поймете, кто ездит прибраться. И, собственно, в воскресенье был тремор. Тремор, ну в таких профессиях бывает тремор из-за того, что, ну, непривычный, да, там, допустим, ну, переутомился и тому подобное. И при треморе, когда руки трусятся, не рекомендуется заниматься такими вот вещами, потому что это чревато тем, что вы что-то не так сделаете и вы накосячите. А косячить в этом деле никак нельзя, потому что это дорого обойдется вам. Так, вот здесь головка предельно аккуратна, и совсем предельно аккуратна, потому что она нам нужна. Лучше не торопиться. Таким расшатывающим движением пытаемся снять. Самое главное, не повредить шлейф, потому что шлейф не появится, потому что тут такое место гибкое, головка постоянно подвижная, и
Ну, короче, я не знаю тех, кто паяет шлифы. Лучше вот так вот повозиться, подгинать, и вот страдания закончены. Да, и проверяем резиночку опять-таки. Есть, нету. Потом, в принципе, в домашних условиях я уже не раз показывал. У многих людей получается. Сгибаем бумажечку заранее, готовим, чтобы она у нас у основания головки пролазила свободно, не плотно. И дальше ее вот сюда к началу головки подводим и вставляем, чтобы чуть-чуть она туда тесновато влезла. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы потом слайдеры между собой не склеились. И все было хорошо. Так, теперь вынимаем нашу головушку. Все. Нормуль. И теперь туда, куда нам надо, ее вставляем. Давайте я ее вот так вот. Рис. И все. Поставили. Теперь аккуратненько заводим. Берем наш стопор. Ага, стопор. Лучше все-таки пинцетиком. Или поэт. Прикол. Все, вставили. Теперь лучше всего надеть магнит. Сейчас вставим. Магнит одевается после того, как мы вот эту вот с вами пластиковую одели штучку. И потом уже бумажечку вытащим, чтобы были случаи, когда магнит хлопал и стопор вылетал, головка отъезжала, и в общем было нехорошо. Все, то есть бумажечку мы в самый последний момент вытаскиваем. Пошевелили, все нормально. Теперь игрушкой. Закрутили. Теперь закручиваем еще три винта, которые относятся у нас к гермоблоку. Эти два винта у нас держат вот эту пластиковую пимпу с контактной дорожкой. А вот этот и этот держит магнит. Этот на головке фиксируется сверху. Ну и дальше затягиваем не очень жестко. Ну, вот затянули и совсем чуть-чуть на миллиметр. Вот как бы так. Как бы ничего нет в этом сложного. И можно обойтись без прихваток для БМГ. Обойтись обычной бумажечкой. Я в свое время удачно ее свернул, как раз угадал с размером. Совсем она подходит на 2,5 на 3,5 диски. Поэтому решил не выбрасывать. Раньше я сгибал и потом выбрасывал. А потом думаю, смысл. Смысл все равно. Бумажка маленькая, чуть-чуть места. Нафига. В общем, нафига. Вот, все. Все, ребятки. Повторение мать учения. Надеюсь, вам понравилось. Подписываемся, ставим лайк. Всем пока. Сервисный центр, магазин Ромакс. Продажа, ремонт и обслуживание компьютерной и офисной техники. Изготовление рекламы и другой полиграфической продукции. Пожалуй, лучший сервисный центр в городе Кременец Тернопольской области. Находится по улице Шевченко, 36/12.
214. Телефон 067-774-49-78. Ваша техника в надежных руках.